Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Вот и начался новый день. Ночевка в землянке с каждым разом становится все комфортнее, потому что она топится каждый день, прогревается хорошенько, аккумулирует тепло. И ночью, когда печь гаснет, температура практически не падает до утра. Сегодня я проснулся, и было 23 градуса. Сейчас я схожу к реке набрать воды для чая и буду ждать гостя. Как и обещал вчера мой подписчик Дмитрий, он приедет сегодня ко мне на помощь. Мы уже созвонились, с утра он уже в пути, и часа через три будет у меня в лагере. Погодка сегодня вроде неплохая, хотя с утра срывался небольшой дождик. Но будем надеяться, он нам не помешает продуктивно поработать сегодня. Этот старенький чайник уже перекипятил, наверное, не одну тонну воды. И вся вода была разная по составу. И в основном, наверное, привозная, из-под крана. Ну, в общем, какой только не было. В нем было довольно много накипи. И я заметил, что когда постоянно кипячу в нем воду из реки, вся накипь отвалилась, и новая абсолютно не образовывается. Ну а пока Дима на пути в лагерь, у меня есть несколько часов для того, чтобы приготовить обед и потом в процессе работы уже не отвлекаться на это. А на обед сегодня будет индюшиная печенка, запеченная в тыкве. Очень необычное блюдо, можно сказать, авторское. Нигде на просторах интернета ничего подобного я не встречал. Вернее, подобное было. В тыкве запекали и мясо, мясо с овощами или просто овощи отдельно. Ну что, приступим к приготовлению. Сейчас я верхнюю часть тыквы отрежу таким образом, чтобы получилась крышечка, и выберу из нее все внутренности. Вот, отлично получилось. Сейчас выберу семечки, потом я их просушу и долгими зимними вечерами буду их щелкать. Внутренности из тыквы удобно выбрать ложкой. Ну вот, тыкву очистили, она пустая. Теперь займемся приготовлением начинки. Ну а с начинкой все тоже очень просто. Обжариваем лук, потом морковь, чеснок. Добавляем печенку и жарим около 5-7 минут, чтобы она не сильно стала сухой и резиновой. Ну вот, наша начинка готова. Убираем с огня. Ставим чайник. Ну а теперь я расскажу, как соединить эти два, как по мне, не очень совместимых продукта. Берем сахар и такую добрую столовую ложечку засыпаем в тыкву. Дальше чесночок. В начинке уже присутствует чесночок, но можно, он там выжарился и немного потерял свой вкус. Поэтому не помешает еще немного добавить уже в тыкву.
И теперь сок лимона. Я думаю, многие из вас пробовали пиццу с такой начинкой, как курица с ананасом. Так вот, это будет примерно такая же игра контрастов. Сладкий ананас, сладкий кисловатый, плюс острая соленая печенка. Еще можно сравнить бутерброд с красной икрой, с маслом и сладкий чаек. Вот такой вот контраст даст, я думаю, даст неплохой вкус. Теперь ложкой растираю этот сахар с лимоном, с чесночком по всей окружности тыквы. Вот как-то так. Вот так. Теперь можно закладывать начинку. Печенку я хорошенько поперчил, подсолил. Было бы, конечно, неплохо добавить сюда сливочного масла, но у меня его с собой нет, поэтому, я думаю, сметана подойдет вместо масла. Вот так. И так слоями полностью раскладываю печень. Удачно получилось. Как раз полная тыква. Крышку я немного подрежу, чтобы было удобно завернуть ее в фольгу. Хвостик я порежу на кубики и добавлю в начинку, чтобы ничего не пропадало. И еще хорошенько добавлю сметанки. Вот такая красота получилась. Добавлю немного майонеза, чтобы была сверху корочка. Вот так. Все, накрываем плотно крышечкой. Желательно найти именно то место, как она и была срезана. Вот так похоже. Вот так вот придавили. Отлично подошло. Ну и теперь будем заматывать фольгу. Получился вот такой вот колобок. Я его поставил в небольшую кастрюльку. И за 2 часа до обеда я отправлю это в духовку. Ты, Дмитрий, подкрался незаметно. Как ты быстро так добрался? Привет. Очень, очень быстро. На электричке тут подвозят. Ну, показывайте. Проходи. Обитель зла. А где девочки? Где? Девочки, на подходе, девочки. А что, тут света нет? Это вам тут передали, сказали, вам еды надо. Очень много еды, очень много. Ага. Вам еды. Ой. Мы объедимся. Опа. Так, гостинцы. Так, точить вам чего-то надо. Чайник закипел. Сейчас сделаем чайку в термос. С Димой мы решили сегодня сделать здесь небольшой предбанничек, использовать вот эту стену. Вот сюда закопаем столбик один и накроем от дождя, чтобы двери не мокли и не разбухали. Ну и как раз будет место для складывания дров. Дима пошел искать материалы подходящие. Ну а я сейчас займусь заточкой цепи. Вот такой вот специальный напильничек круглый.
Отлично получается, быстро. Сейчас я, может быть, не очень тщательно буду подправлять зубья, чтобы не сильно много потратить времени. Но уже в свободный день хорошенько их доведу до острого состояния. Ну, в принципе, очень хорошо затачивает этот напильничек. Вот Дима притащил отличный столбик. Ну что, там еще есть что-нибудь? Еще что-то есть? Класс. Сейчас сделаем. Ну вот одна сторона готова, теперь с другой стороны. Ну вот и готово, последний зуб. Все, цепь немного подправил, можно идти испытывать. Дима готовит ямку, а я сейчас подберу столбик. Вот этот столбик, наверное, я использую для предбанника. Да сейчас я его перережу. Вот так, с помощью веревочки мы отметили длину столба. Ну и сейчас я опробую, как будет пила подточенная пилить. Вот сюда так придержать, чтобы я дергал ручку. Ну или рукой, да. Так, подсос это. Свяжка крутнуть его. Вот так вот красивеньким мухом сюда. Мухом. Ну да, а я так и сказал. Все держится. Столбик вкопали, сейчас еще зафиксирую его проволокой. Вот так. Дмитрий, что такой недовольный? Погоня. Что-то. Кирпичом. Ладно, как его сейчас закрепить? Или сразу давай вырежем, наверное, сюда бревнышко подпорное.
Вот тут она. Угу. А ну чё, черкани здесь. Ага. Ну что, время идет к обеду. Я отправляю нашего колобка в печку. Вот так. Как он сразу заскворчал. Ну вот предбанничек практически готов. Сейчас пойдем пообедаем. Будем пробовать наше эксклюзивное блюдо. А после обеда накроем баннером и будем присыпать землей. Ну что, идемте на дегустацию. Гигиена прежде всего, да? Что, купаться будем сегодня? Да, и завтра. Так ты остаешься так? Конечно. Что за манера? Ну что, идем вкушать эксклюзивное блюдо. А. Прошло полтора часа. Мы будем пробовать, что у нас получилось. Надеюсь, наш колобок готов. Главное, чтобы не сгорел. Ого! Что-то мне такое ощущение, что там одни угольки. Во всяком случае, точно приготовилась. Как-то я немного переживаю. Вот он, ответственный момент. Пахнет. Вроде не угольками даже. Ой, какой класс! Я переживал, что сгорит, что там сильно большая температура. Но похоже, все отлично. Просто бомба. Дима, я на тебе поэкспериментирую сегодня. Так. А вопрос можно? Можно. Это что?
Вообще, это едят. Это яйцо инопланетянина. Любишь такое? Нет, конечно. Не знаю, наверное, у меня не получится как-то это красиво развернуть. С этим у меня проблема. Поэтому будем как-то так. Тебе тыкву, мне мясо, согласен? Конечно же нет. Тебе половину и мне половину. Так, сейчас я возьму и себе тарелочку. Вот это класс. А ну давай. Раз. Не останавливайся. Хватит, хватит, хватит. Точно хватит? Потом еще просить будешь, потом... а не будет. Дайте потом эти тыквы отдам. Тыква очень полезная. Правда, я ее не люблю. Ну, она очень полезна. Да. Ну, тогда есть только одно полезное. А ну, подожди, давай-ка вот этим полью. Скажи, Тарин. Так. Спасибо. Ну что, пробуем. Сволочь, давай дубль два. Не, ну на самом деле, я такого еще ни разу не пробовал. Я тоже такое не ем, никому не советую. Не врешь? Нет. Так получается, я не тем занимаюсь? Не тем. Может быть, надо поваром идти поработать? Надо. Ну, а тыква? Ну. Не годится? Сладенькая? Должен быть контраст вкусов. Сладкая тыква и острая и солененькая печенка. Мне главное дойти... До дома не это самое. Я тебе дам в путь рулон целый. Ну, есть можно. Ну и сволочь-то, я тебе скажу. Сейчас я... Какой вкус! Сейчас проверим. На самом деле тыква сладенькая. Вкусненькая. Хотя ее я не люблю. В одном бомж-приюте такого не делать. Обалдеть, слушай. С тем, что я не люблю ни печенку, ни тыкву, все вместе получилось вполне прилично. Конечно. Ну, может, ты что-нибудь хорошее скажешь. Хорошее вряд ли. Ну, скажу. Тихо молчать не буду. Кто тебе надумал, кто такое? Ночью приснилось. Я решил попробовать. Леша, ночью надо спать.
Вот солички, перчика. Все в меру. Восхитительно. Очень. Самое вкусное и то, что получилось, это огурец. Гадость ваша заливная рыба. Ну что, мы основательно подкрепились. Непонятно, как теперь работать. Осталась одна фольга от нашей тыквы. Как оказалось, Дима тоже вообще категорически не ест тыкву. Но не знаю, то ли он сделал большое исключение для меня. Либо она действительно неплохо получилась. Я съел с удовольствием, хотя тоже эти продукты, что печенку, что тыкву, ем без особого наслаждения. Так что рекомендую всем попробовать это блюдо. Очень необычный вкус. Бревнышко закинем вот туда, чтобы земля не скатывалась. Не-не-не. Не туда, прямо. Вот сюда. А, что ты, прибыл? А, прибыл. Сволочь такая. Ай, хорош притворяться. Этот Алексей, этот нехороший человек, мне на палец уронил бревно, падла. Дима, ну а свеженький анекдот у тебя есть? Нет. А если подумать? Если уже... поискать? Нет. Нет, нет и нет. Самый главный анекдот, я сюда приехал. Ну что, вот такой навесик получился. Капшо, не порти мне кадры. Вот такой тамбурок у нас получился. Все, что успели сегодня сделать. Уже Диме надо собираться и бежать, потому что уже скоро будет темнеть. А идти ему еще как минимум 2,5 часа. Не идти, а практически бежать. Сейчас он переоденется. Я пойду проведу его. Потому что, когда возвращаешься назад из леса, там главное не пропустить нужную тропинку. Потому что можно выйти на другую, которая ведет совсем неудобной дорогой. Тем более после дождей сейчас очень скользко и грязно. И будет сложно выбраться на крутые склоны. До тропинки. Не, давай левее. Ой. Просил. Все, спасибо, Димон. Да, приезжай в гости на рыбалку. Хорошо. Но лопату не забудь. Все, счастливо добраться. Пока.